Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. О его вкусовых и питательных свойствах герой мультфильма «Винни-Пух» знает наверняка. А вот о том, что 2 ложек меда в день хватит, чтобы насытить организм витаминами, известно каждому севастопольцу. Дедушки, бабушки, взрослые дети спешат на весеннюю ярмарку продуктов из Улья. Здесь их ждут вежливые консультанты, доступные цены и, конечно, приятные сюрпризы. Проходит очень хорошая акция. Мед по доступной цене от 249 рублей за литр. И в подарок 2 пачки чая. Приходите, мы ждем вас. Ярмарка проходит с 14 по 24 число, с 9 до 5, без перерыва на обед, улица Пожарова, 21. На улицах теплеет, а это значит, природа просыпается. И вместе с ней так называемый весенний букет из аллергии, авитаминоза и воспалений. Укрепить иммунитет и не заболеть помогут продукты пчеловодства. О них все знает врач-апитерапевт. Прополис – это как природный антибиотик, убивает микробы, которые нам не нужны. Вот. Также есть вот разные смеси, и медовые смеси полезные, и пчелиные бальзамы. Тоже все для здоровья, для сосудиков укрепляются сосуды. Вот. Галерин есть, бронхи очищаем, бронхиальные астмы, пневмонии, вплоть до того, что туберкулез лечим. Пыльца, перга и маточное молочко помогут восстановить иммунную систему организма после холодов. На этот раз ярмарка торговой марки «Казацкий мед» насчитывает более 30 сортов сладкого янтаря. Густой, жидкий, тягучий, воздушный. Каждый найдет нектар по душе. Здесь естественный, вот, не искусственный, потому что на базаре купишь, не знаешь, что ты купишь. А здесь, ну я в чем верю в них. Всегда мед такой качественный, мне нравится. Мед лечит все. И сердце, и суставы, и все органы другие, и желудок, и печень. Так что кушайте мед с удовольствием. Мне нравится вообще атмосфера на ярмарке. Это другое, это не в магазине. Тут с тобой поговорят, расскажут, покажут, попробовать. Это другое, нежели магазин. Если от разнообразия ассортимента разбегаются глаза, а дегустация завела в тупик, воспользуйтесь советами профессионалов. Вот сейчас бы деткам бы, конечно, бы что-то бы с липовыми сортами всегда. Детям это только липа. Более, которые страдают на давление, допустим, сейчас перемена климата идет. Поэтому лучше, вот есть очень много разнотравных с донником, то, что нормализует давление. Сердечником, конечно, больше гречка. А для того, чтобы наши девушки и так красивые, будет еще лучше, им нужно кушать легкие нежные меда, типа как акации, майские. Весенняя ярмарка продуктов пчеловодства продлится до 24 апреля. Посетить ее можно по адресу улица Пожарова, 21, с 9 до 17, без перерыва на обед. Анна Брачева, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя.